Доброе утро, мои дорогие! Сегодня я к вам в совершенно другом образе. Это такой японский крой по косой. Шили мы это, по-моему, в августе прошлого года в группе «Изюм». Знаете, такой стиль, который ни к чему не обязывает. Очень расслабленный. Вот когда хочется просто чувствовать себя комфортно. Тоже брюки по косой, но они тут интересные, с выточкой интересной, с защипами, тут есть карманы. Вот, ну и такой вот жакетик. Тоже есть декор интересный, есть вот эти карманы, которые висят нарочито. Нет, здесь, видите, цельное полотно, нет выточек, нет плечевых швов. В общем, вот такой стиль, я думаю, все девочки, не думаю, знаю, девочки, которые его попробовали, плюсики в том числе, его полюбили. Потому что это не привычные футболки и треники, или как их назвать, ну, спортивные вот эти вот штаны. Это все-таки какой-то стиль. Ну, тут тоже стиль, но он уже настолько банальный. А это вот льняной костюм. К сожалению, я его немножко подпортила тем, что замочила брюки, меня отвлекли, и в замоченном виде они пролежали несколько часов, ушел накат. А уже жакет я стирала как положено, не замачивая. Вот поэтому у меня сейчас жакет с накатом, брюки без наката. Это заметно, конечно, если присматриваться, но все равно все это смотрится, мне кажется, интересно, гармонично. Да, не назовешь такой стиль элегантным, но вот когда хочется расслабиться, то очень даже. Я думаю, что я поставила в планы еще что-то в таком стиле, не знаю, в ближайшем, наверное, в июльском уже традиционно «Изюме» что-то придумаем подобное, ну, естественно, не такое точно, но в таком же стиле. Я так думаю, что девочкам пригодится. Почему-то мне хочется назвать это дачным стилем. Не в смысле, что на даче работать так, а вот именно по дачному поселку в таком виде ходить, мне кажется, самое оно. Ну и сумка у меня бренда «Знать» замшевая. И вот такие интересные чуники, я их называю, видите? Давнишние, очень удобные, расслабленные. Пуговицы из магазина «Пуговка Севастополь» интересные. Ну, разбор этого и обзор этого костюма есть на канале. Ну и, соответственно, есть МК полностью по этому костюму в группе «Изюм». Лен это стопроцентный из магазина «Эрна». Это я вот запомнила нашего ростовского. Всем хорошего начала недели и вообще всей недели плодотворной. Мы будем сегодня продолжать работать. Надеемся, что скоро вам что-то интересное покажем на YouTube-канале.